Всех приветствую на канале. Начала вязать вот такие вот ботинки. Начинаются они вязаться сверху вниз. Для начала нужно связать вот такую ажурную тесьму. В этом видео постараюсь подробно объяснить. Основная нить у меня идет Yarn Art бегония, 50 грамм мотки, 169 метров, 100% мерсеризованный хлопок. Для декора использовала нить Cotonext Mono 5, 50 грамм мотки, 100% хлопок. Цвет основной светло-серый и темно-серый. Тесьму вязала крючком номер 4. Делаю первый узел. Сильно не затягиваем. Провязываю 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. 2 накида. И вот в первую петлю провязываем столбик с двумя накидами. Вытянула петлю. Эту петлю провязываем. Первый накид провязываем. Второй. И две петли вместе. Четыре воздушные. 1, 2, 3, 4. Два накида. И вот где мы провязывали две петли вместе, в них провязываем петлю. Провязали эту петлю. Первый накид провязали. Второй. И две петли вместе. Получаются вот такие вот ячейки. 1, 2, 3, 4. Два накида. Провязываем в 2 петли, где мы заканчивали ячейку. Вывязали в нее петлю. Провязали первый накид, второй накид и 2 петли вместе. Вяжем следующее звено. 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. 2 накида. Возвращаемся в 2 петли. Вывели петлю, провязали ее. Первый накид, второй и 2 петли вместе. И так мне нужно провязать 13 ячеек. Провязываем. Провязала 13 ячеек. Нужно измерить, сколько нужно сантиметров. Нужно измерить щиколотку. Я связала 26 сантиметров. Мне нужно 31 сантиметр. Второй ряд вяжем. Вяжу я в 2 сложения. Набираю 2, 3, 4 воздушные петли, 2 накида, и в первое звено провяжем 10 столбиков с двумя накидами. Цепочку считаем. 1,
два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Если ячейки вязала, первую петлю провязывала, здесь я сразу провязываю первый накид, второй накид и 2 вместе. Вот. Провязала 10 столбиков с 2 накидами. Следующую ячейку провязываем столбик без накида. Перехожу вязать третью ячейку. 2 накида. И в эту ячейку провязываем 10 столбиков с 2 накидами. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. В следующую ячейку провязываем столбик без накида. 2 накида. В следующую 10 столбиков с 2 накидами. И так мы провяжем весь ряд. Провязала ряд. Звено у нас должно быть нечетного количества, чтобы по краям у нас получились столбики с 2 накидами. Закругляем последнюю ячейку. Продолжаем вязать 10 столбиков с 2 накидами. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, хвостик провязываем. 8. 9,
10. Следующее звено также провязываем столбик без накида. То есть повторяется следующее, где у нас были столбики с двумя накидами, сюда же провязываем 10 столбиков с двумя накидами, где был столбик без накида, провязываем столбик без накида. Провяжем так весь ряд. Провязала ряд, последнее звено 10 столбиков с двумя накидами. Соединяю первую петлю и перехожу вязать темно-серым. Заканчиваю темно-серым. Основную нить не отрезаем и начинаем провязывать 1 воздушная и провязываем 1 под столбик за работой. Вывязали, соединили не в петлю, а ниже под столбик, захватили, вывязали, соединили, вывязали, соединили под столбик, провязываем под столбик за работой. Захватили, вывели петлю, провязали. Довязали до второго звена. У нас здесь провязан столбик без накида. В него, в этот столбик, провязываем 3 столбика с накидом. Накид, сюда же второй столбик с накидом. Накид, в эту же петлю третий столбик с накидом. Продолжаем вязать под столбик за работой, вывязали, провязали 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Накид в столбик без накида, в него провязываем 3 столбика накидом. Один накид, сюда же второй столбик с накидом, накид, сюда же третий столбик с накидом. И продолжаем вязать под каждый столбик за работой. Повторяется все. Нам нужно провязать это все
по кругу. Обвязала весь ряд по кругу. Обвязала под каждый столбик. Соединяю светлой нитью. Отрезаем дополнительную нить. Завязываем. Второй раз 2 витка. 1, 2. Затянули. Отрезали. Одна воздушная. И обвязываем следующий ряд. Если мы под столбики вязали, следующий ряд вяжем так под петлю. Вытянули, провязали столбиком без накида. За работой. Вытянули петлю, провязали столбиком без накида. Так, петлю, крючок наперед, обхватываем столбик за работу. Вытянули, провязали столбиком без накида. Вытянули столбиком без накида. И вот довязали, где у нас было 3 столбика с накидом. Посередине один раз провязываем столбиком без накида и продолжаем вязать. Один, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8, 9. У нас получается 9 столбиков без накида. Довязали, где было 3 столбика с накидом, в середину провязали 1 столбик без накида и продолжаем. Захватываем петлю, обхватили, провязали. Все повторяется. И так провяжем по кругу. Провязываем. Провязала по кругу столбиками без накида. Провязываю последний столбик. Соединяю первую петлю. Рабочую нить не отрезаю. Буду продолжать вязать этой нитью ботинки. Что у нас с изнаночной стороны. На этом видео заканчиваю. Кому понравилось, ставьте лайки. Не забываем подписываться на мой канал. Всем пока-пока!